Бабко, 16 номер на майке. 5 номер Александр Гриньков. 11 Михаил Мартинович. 13 Игорь Слесарчук. 15 Александр Новик. 18 Александр Белоусов. И вот уже у нас первый момент. И удар. Прерываю знакомить с составом. Анатолий Тодоров, Степан Захарович Мелещенко, Александр Андреевич Мазаев, Александр Петрович Крылов, Николай Павлович Матрухович. Посмотрим, чем завершится эта атака 20 века. Все было четко. Сергей Никифоренко. Но самой малости не хватило взаимопонимания. Думаю, дело считанных минут. Связи восстановятся, связи наиграются. Ну и вот резко вперед Андрей Белевский. Есть возможность ударить, и попытка, да, как говорил. Дают арбитры игры. Да. Нет положения вне игры. Ну и было кому блокировать этот удар Олега Матруховича. Александр Гриньков встречал мяч. Ну, посмотрите, какая сверхдальняя игроков, а! И убежит, не убежит дальше Игорь Слесарчук. А он решился. Не призываю к сверхжесткому футболу, просто констатирую. Как любит говорить небезызвестный мастер острого слова Юрий Алексеевич Кудышев. Ох, бразильцы плетут кружева. Это я желаю вот так сыграть в варианте многоходовой изящной комбинации. Ну, мы оцениваем юбилей-юбилей, праздник праздников. Но мы с вами видим футбол в исполнении действительно классных, серьезных мастеров. Виктор Борель. Ну, вы замечаете, многие игроки, боевой вес, как в лучшие годы. Ах, как все там было красиво. И первый удар Виктора Бореля парирует Валерий Высоцкий с футбола. Вот поверьте мне, не ради красного словца об этом говорю. Это сущая правда. Ох, как остроумно мяч пропустил Алексей Белоусов. И попытка вот таким расчетным. Предлагают напиток для сугрева. Вы о чем подумали? Вот Валерий сказал, чаю дайте. А такой какой-то, я бы сказал, неоднозначный свет. Мы же все за здоровый образ жизни. Хотя все живые люди. Ну вот как-то посмотрите, более молодые игроки, 21 век, а? Опять красивая, хорошая, многоходовая комбинация. И... Юрий Васильевич, так все и было задумано? Ну вот увидите, я уверен, второе дыхание, как минимум, вот-вот в команде 20 века придет. Пока больше она думает об обороне. Ну что, художник Владимир Коваленя придумает. Партнеры советуют пробей. А тут, ой-ой-ой, какая дыра. Ну, Юрий Николаевич Ракинцев, ой, в футболе не один, два пуда соли съел. Юрий Николаевич, надо срочно искать противоядие. Не прошла его передача, отработал в обороне, мяч перехватил. Анатолий Тихончик бросает партнера в прорыв, сам поддерживает атаку. Виктор Борель. А вот не спешит, посмотрите, форсировать события. Это Александр Клименко был. Признанный бомбардир. Вы его хорошо, конечно же.
3-1 счет. Еще раз напоминаем. Команда в оранжевой форме, команда 21 века, ведет в счете. Молодежный пас. Анатолий Тихончик на эту передачу на ход откликается. Обыгрывает соперника. И точно, ой-ой-ой. Вау! Ой, как своевременно и как решительно стартует Валерий Высоцкий. Да, никто никого не жалеет. Вот уже вижу там Анатолию Ковалинию. За дальней бровкой медицинский персонал оказывает помощь. Сергей Журавский катит мяч. Мягко под удар Сергею Герасимовичу. Где найдешься, потеряешь. Жизнь в футболе, да? Тысячу еще один раз убеждали справедливости этих слов. Ну, задумывалось. Все по-игротски. Все тут красиво. Своевременная передача с правого фланга Александра Новика. И тут Анатолий Тихончик по центру развязал оборонительные порядки. Действующие персоны недавнего эпизода друг друга благодарят. Примерно так. Подавай, подавай, советует Коле Михадюку. Ах, страна советов! Сергей Журавский! Андрей Лис не дал Виктору Парелю ни малейшего шанса подобраться к мячу. Владимир Ковалинин! Есть еще и силы, и порох в пороховницах, и ягоды в известном месте. Есть! Все в порядке. Поехали. Александр Евгеньевич касается мяча. Ой-ой-ой, какое голевое чутье, а? Но прежде всего... Александр Соболь вернул мяч Андрею Милевскому. Дальше пас направо. Вадим Лосовский. Дальше к бровке. Михаил Мартинович. Тащит мяч вдоль линии главной площади. Положение вне игры. Ну, замечаем... Капитанская повязка. Дмитрий Подрез. Ой, да, хорош, ребята, вы правы. Тут мастерам фотовспышки и видеокамер только ловить такие эффектные полеты. И вновь Саня молодец. Слова поддержки адресуются Александру Новику. Все секреты открываю, все подслушаем. Уй, Дмитрий Подрез, профессор паса на Анатолия Тихончика. Какой пас конфетку выписал. Виктор Борель. Александр Евгеньевич. Привет, друзья, что у вас болельщиков, ну, относительно много. Естественно, родные, близкие, жены, дети наших уважаемых игроков также здесь, в этот погожий октябрьский день на нашем празднике. На 55-летнем юбилее футбольного клуба «Шахтер Солигорск». Есть силы, есть желание у оранжевых опять включать прессинг. И какая красивая диагональ. И тут
Ой-ой-ой-ой-ой, попади, мяч в ворота, черный, не обижай. Ну, все-таки так. Самую малость постарше. А вот не дают, мы видим, да? Игроки команды 21-го перевести игру к своей штрафной. Получается это с помощью книги диагонали передачи. Владимир Коваленев закладывает корпус, закладывает вираж. Все в порядке с Хронометром. Итак, друзья, боевой, яркий и красивый матч. Спасибо за аплодисментами. Ну давайте чуть повеселее поблагодарим команды. Ой, как они старались, ой, какие они молодцы. И какой праздничный салют сегодня получается. По случаю 55-й годовщины. Две пятерки, юбилей футбольного клуба «Шахтер Солигорск». Спасибо, дорогие футболисты, за воспоминания, которые вы нам подарили. Да нет, вам надо жить в воспоминаниях.